Заканчивается учебный год. Для 11-классников и части 9-классников он станет последним школьным годом. Перед выпускниками стала проблема выбора будущей профессии, проблема выбора образовательного учреждения. Мониторинг показывает, что не только выпускники школ, но и их родители слабо ориентируются в современной системе профессионального образования России. Для этого Московский психолого-социальный университет, Рязанский филиал, организовал День открытых дверей. Этот университет является одним из наиболее динамично развивающихся российских вузов, о чем свидетельствуют высокие правительственные награды. За 16 лет успешной работы это учебное заведение выпустило несколько тысяч специалистов. В каждом из них заложен труд, профессиональные знания, управленческий опыт профессоров, доцентов, руководителей, ведущих специалистов предприятий и органов государственной службы. 11 марта руководство университета встретилось с 9-классниками и их родителями. Во время проведения Дня открытых дверей каждый пришедший смог получить информацию относительно интересующей его специальности, понять все преимущества той или иной профессии, ознакомиться с учебными планами и узнать условия поступления. Вот сегодняшнее мероприятие, оно как раз направлено в рамках профориентационной работы нашего учебного заведения. Это проводится совместно и, как вы видите, на территории форум-отеля, да, для того, чтобы показать, что у нас, на самом деле, выпускники среднепрофессионального образования получают специальность, профессию. Они у нас, естественно, обучаются теоретически, у нас очень сильные педагоги в нашем филиале. Те же педагоги, которые читают и в высшей школе, они читают у нас о среднепрофессиональном образовании. Как раз вот это говорит о преемственности среднепрофессионального образования и высшей школы нашего учебного заведения. У студентов вуза есть все возможности для их всестороннего развития. Эти возможности обеспечиваются благодаря действующему студенческому совету, который организовывает различные вузовские и межвузовские мероприятия, а также оказывает помощь выпускникам вуза в трудоустройстве. Это практика профессиональная, когда мы выезжали в город Сочи работать официантами, барменами, горничными, ну то есть кто какое направление выбрал. То есть мы проходили под курсы все вместе и туда уезжали. Я ездила 4 года подряд, и это, наверное, были самые яркие моменты моей жизни, потому что, ну, сам по себе город, это же красота, лето, солнце, студенческая жизнь. Ну и, наверное, то, что тогда я получила возможность узнать, чего мне хочется делать дальше. Студенты университета, которые также присутствовали на встрече со школьниками, в своей беседе с ними не раз подчеркивали, что учеба принесет не только новые знания, но и обогатит и духовно, откроет новые возможности межличностного общения и будет способствовать профессиональному росту. Я как человек, я хочу стать психологом, заниматься с детьми, заниматься со студентами, со школьниками. Вот. И надеюсь, что этот институт мне поможет реализовать свои возможности в плане учебы, в плане профессии. ВУЗ старается сохранить лучшие традиции качества российского образования, что делает востребованными в различных отраслях тысячи его выпускников. Положительный имидж всей области, вот так логично подхожу к тому, что создает предприятие сферы обслуживания, предприятие сервис. Потому что кто бы ни приехал в нашу область, он непременно посетит магазины, непременно посетит предприятие общественного питания, гостиницы, предприятие бытового обслуживания в случае нужды. То есть сфера обслуживания, она всегда на виду. К слову, вся учебная литература авторская. Авторы – ведущие преподаватели университета, имеющие большой опыт работы. Руководство университета приглашает всех желающих получить престижное московское образование в сфере психологии и управления. Юлия Шевцова, Юрий Ермачков, 9-й телеканал.